Значит, когда их арестовываете, сразу надо им говорить, как это разбирать, эти пистолеты. При них, когда связаны, обойму достали, выстрелили один выстрел в пол. Потому что там есть пистолет, прям при них они там обосрутся еще плюс. Их сразу прессуете, как это разбирать, блядь, эту хуйню, эти глоки их. Берете, разбираете и там выкидываете прям куда им там. В разные части разбрасываете, а себе какую-нибудь пружинку оставляете, что их не соберешь, они стрелять не будут. И патроны себе оставлять, нихуя себе, блядь. Тачку загрузили парамедическую, грубо говоря. И все, ну это как проверки, это как временные, знаешь, там что-нибудь. Это не, как бы не проверить, там как бы атакуют, бывает. С гражданского сопротивления гражданский арест осуществляем на них. So, how to break it apart? When you arresting them, right in front of them, taking out the bullets, one shot down to the concrete, they are poop their pants, blade the scours, then pushing on them, how to break it apart? Breaking it apart, all glocks!